Можно начинать? Да, начинай. Чего ты хочешь? Всем привет! Говорит и показывает база сборной Сербии. Сборы Урала в самом разгаре. Со вчерашнего дня установилась жаркая погода, и поэтому сегодня было принято решение... Поэтому было принято решение сегодняшнюю тренировку начать чуть пораньше, в 10.00. Обычно они начинались в 10.30, либо в 11.00. Но сегодня, в принципе, не жарко. Сегодня вообще отличная погода, прикольно. Говорят, что сегодня будет самая тяжелая тренировка в Сербии. Это кто говорит? Ну вот есть такие разговоры. Раньше надо было предупреждать. У нас нет тяжелых тренировок. Посмотри на Вовку. Надо было раньше говорить, тогда бы у меня заболело бы что-нибудь перед сегодняшней тренировкой. Расскажите, что вас заставили взять, кроме бутс? Кроссовки, Паш. Видишь, Adidas. Тебе прорекламирую. Adidas самый хороший. Контракт фирма. С Nike покажи. Это значит, придется много бегать? Да. Ром, я знаю, ты очень сильно любишь бегать. Да, я очень люблю бегать. Хочу беговые тренировки. Я раньше, потому что легкоатлетом же был. И вообще все молодцы. У меня, кстати, к тебе такой серьезный вопрос. Ты больше всех из футболистов ждал новый сайт. Как он тебе? На новый сайт, честно, заходил 2 раза. Очень понравился, Паш. Он лучший в премьер-лиге? Ну, я не знаю, я видел у Краснодара, у Зенита, но, по крайней мере, достаточно хороший. Взял бы, сказал, что лучший. Юрий Александрович, это игроки на просмотре? Ну, практически, да. Да, это наши помощники. Дмитрий Владимирович, до меня дошли слухи, что сегодня будет самая тяжелая тренировка на всех сборах. Глупости, ерунда, ребята придумывают. Хотят соскочить, видимо, с занятия. Можете вспомнить самую тяжелую тренировку у Олега Ивановича Романцева? Ну, конечно. Аня на всю жизнь. Рассказать ее тяжело, ее надо видеть. Какое самое нелюбимое упражнение у вас было, когда вы играли за «Спартак»? Мне все нравилось. Поэтому мы выигрывали. Олег, привет. Привет, ребят. Привет. Как дела? У меня отлично. Ты мне будешь вопросы сегодня задавать? Да. Вопросы подготовь. Эрик, ты видел, что Коля попробовал себя в роли блогера? Да, очень хорошо. Я знаю, талант на блог есть, он Коля. Ты поставил ему лайк? Да, да, ему поставил. Дай ему камеру, не надо тебе уже работать здесь. Дай ему, Коля. Да, у меня вторая профессия, блогер. После футбола будем заниматься. Какой-то сайт откроем. Просто лайк поставить и все. Эрик сказал, что не поставил тебе лайк. Не поставил? Ну он такой, да. Мы балканские люди такие, друг другу не помогаем. Привет. Вудман, you like my blogger? Yes. What I did? My blog? You I've put seen me like? I've seen it, but I don't understand what you put like? No, because look, you all... I don't like you. Ты меня лайк поставишь, брат, если блог сделаю, да? Да. Спасибо тебе. Итак, у нас новый блогер, Никита Глушков. Всем привет. Будем снимать, как Никиян играет. Хорош, Пашка. Спасибо. Коля, я думаю, Андрея надо заявлять. Я тебе говорю, он здесь каждый день футбол играет. Посмотри, он в касание, как хорошо играет. Смотри, как ножки какие сильные. Как хорошо работает мячом. Андрей, на какую позицию у тебя надо заявлять? Ну, на Колину, конечно. Коля, у тебя конкурент появился. Так не разобрались. Я был в поддевке. Вот давай ты, ох, со щитка можно? Позу столовую сними, там выделяется вообще. Почему? Неплохо смотрится. Духовный не успел прийти, то все, считаю, что поел. Считаю, что надо заказывать. Что за... за деньги есть, заказывать надо. Сейчас он баланс. Поймаю. Да, спокойно. Скрипнули лампы. Скажешь.
Ты увидишь, братан. Пашка снимает. Сколько бежный спорт готовим? Леня, хватит на камеру по 4 раза. На Олимпиаду готовишь? Давай, давай, давай. А что это? Как давай, давай, давай. Бедро. Это спокойней. Не, он спокойный. Пауза. Все, брейк. Блядь, значит, ты ему помогаешь, что ли? Вот он, хорош! А вот здесь я, в верхней, отлично! Тяни, хорош! Бля, грузки! Мяч готов! Просто? Здорово то! Иси! Жеки выше сейчас. Привет! Жеки! Алло! Жеки! Ай! Ай, Андрей! Паша, фильмишь? Куда будешь бить, Эрик? Налево. Туда, вверх. Ну не скажи, вратарь. Все, я пошел в квартиру. Минус один. Вот мой, вот этот. Нет, вот этот мой. Твой вот тот. Вот тот? Да. А этот лишний. Юр. Амра. Эрик забьет сейчас? 100%. Не забьет. Конечно. Вот рано приходишь. Вот. Хорошая! Леша! Иди, да. Ты ноль забил, я ноль забил. Базар, базар, иди, иди. Я три створ попал, вы ноль ударили. Давай. Алексей! Хорош, Денис, хорош. Чикаго. Первый, Леха, первый. Ботина. Второй час тренировки пошел. Второй час, первый гол. Почему? А, ну давай, сейчас решим. Давай. Леха рано пришел. Валя, это карасика называется. Карасику маты. Не-не-не-не-не, не начитали. Кулачок, кулачок. Леша, Леша, все, спасибо за тренировку.